Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Охотник за головами». Так, один игрок, естественно, сохранение. Вот это, 36% всего прошли. Ну что же, в первом эпизоде мы дрались против панков, во втором против хоккеистов. Давайте посмотрим, что нас ожидает в третьем эпизоде. I am smiling. As projected, the gang's morale has declined, and they are now vulnerable enough for the less than competent law enforcement to clean up your little mess. Unfortunately, your recent activities have caused the heat seekers to be a bit... Так, интересно. Картиночка такая. Heat seekers. Ё-моё, какие-то опять байкеры, что ли? Нас просят навестить маленький визит к ним, да? И разобраться. Так, нам нужно нейтрализовать какого-то Ринго. Так, пошли боссы. И первым у нас будет Дэн Дэнди. Ну что же, Дэн Дэнди, поехали. Точно, какие-то у нас ребята рокеры, байкеры. Будем с ними разбираться. Выпендривается, да, перед тёлкой. Ну нифига, тут у него эскорт. Ну а мы с вами скромненько начинаем. Так, будем потихонечку вначале проверять обстановочку. Тихо-тихо-тихо, ё-моё. Так, давай-ка мы уничтожим это баги. Ну, пока ничего сложного нету. Все окей. Тихонько. А, черт, задел маленько. Ну, ничего страшного, тут хп. Фига там гаечный ключ. Больше, чем она сама. Ерунда какая-то, да? Так, дробовичок, я думаю, возьмем. А этот ящик мы, смотри, не можем разбомбить. Так, ну-ка, если так. Хорошо. Ну что, заходим? Вау. Тактическая винтовка внизу, да, у нас? Так, давай-ка, наверное, возьмем ее. Ну, куда вы прете, а, олухи? Минус. Так, погоди-ка, а куда нам тут? Наверх нельзя. То есть этот ящик я могу подбить, но надо очень долго в него стрелять. Чекпоинт. Опа-на, что это такое у нас наверху, смотри. Опять байкеры. Ага, с Фомкой. Что это за фигня такая, а? Я думал, что это мина. А, вот она как работает. То есть я бросаю, нажимаю на кнопку, и она взрывается. Ать, задел. Ну давай, влази. Ох ты, гадюныш. Так, может нам наверх лучше залезть? Гранатомет. Оу. Stage Collection. Взял. Ну что, прыгаем вниз. Минус. А ты откуда здесь взялся, а, парень?
Да ё-моё, нормуль. Просто в лохмотье. Рейдж. Ага, вон он. Допрыгался. Так. Опа. Так, ребят, у нас со здоровьем очень плохо все. Одна пулька, один удар, и меня здесь разберут. Черт подери, а? Я буду мстить. Отлично. Так, а этот все-таки идет ко мне. Так, хпшки. Внизу у нас баги. Попробуем сейчас знать что. Тихо, не надо. Блин, я хотел бочку эту взорвать. А хотя можно и так. Но где он там катается? Выезжай. По-моему, взорвал, да? Нет. А вот теперь да. Йоу, еще один чемоданчик. Два из трех нашли. Так, успокойся, парень. Адьюс, амиго. Так, разобрали. Блин, почему ты не успеваешь присесть? Вот объясни мне, пожалуйста. Что ты там с ключом машешь мне? Так, заходим. Чекпоинт. Так, вот это мне не нравится, что внизу происходит. Какая-то движуха, видимо, дорога. Там транспорт без остановки просто ездит. Туда лучше не падать. Так, дробаш. Ну-ка, давай-ка бросим подарочек. Блин, я обожаю, как здесь все это сделано. Так сочно. Мне наверх? Окей. Так, дай-ка я лучше возьму эту винтовку. Оу. Слушай, а я могу просто стоять, они ничего не делают. Да? Они в том моменте, только когда тебя ударяют, могут нанести урон. А на мотоцикле, я так понимаю, сбить не могут. Что ты там стоишь? Блин, все равно задел. Еще байкер. Так, давай. Иди отсюда. Ты будешь спрыгивать, нет? Нет, не захотел. Кардилер. Плакатик там у нас. Ну что, давай с этим разберемся. Все. Неужели босяра? Опачки. Нифига, он с копьем, что ли? Дэн Дэнди. Похвастался, да? Детка, посмотри, как я уделаю этого охотника. Давай вначале посмотрим, что ты из себя представляешь, парень. Ага, опа. Так, он, значит, друзья мои, валуны еще, да? С потолка сбивает, понял. Короче, тут перепрыгиваем. По идее, ничего сложного нету. Если он будет дальше вот так продолжать, мы его разберем. Так, валуны пролетели мимо. Задел все-таки, а? Блин, да как так-то? Как ты так умудряешься сделать, а, парень? Так, пол хп отняли. По-моему, что-то поменялось, нет? Не, нифига, все... Опа! У нас, друзья мои... Ах, вот еще что делаешь. Блин, зачем я сделал так, а? Сам себя... Да, он хитрожопый. Ничего не скажешь. Так, ладно, попробуем как можно быстрее его разбирать. Будем в прыжке. Перепрыгивать. Естественно, в прыжке. Нам нужно как можно быстрее отнять у него большую долю здоровья. Так, давай, иди сюда. Ага, не тут побыло. Блин, задел. Я же присел. Блин, еще и промахнулся. Так, ладно, пока терпимо. У него осталось совсем мало хп.
У меня оружия больше нету. Придется стрелять с пистолетика. Да отвянь ты, блин. Ну. Ать. Нет, 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 ребята. Ну как же так, а? Ты видел, сколько у него хп было? Там плюнуть и все. Так, надо еще быть аккуратнее. Предельно аккуратным. Давай, 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 давай. Шикарно. Блин, главное, чтобы мы с тобой не потеряли гранатомет. Он может провалиться. Так, тихо, тихо, тихо. Повезло. Тоже мне Дон Кихот нашелся, а? Ну что, друзья, вроде немножко осталось хп у него. Блин, может гранатомет возьмем? Ху, повезло, а. Так, погнали. Раз. Блин, еще один выстрел. Еще один выстрел ему. А, мимо. Лови, гаденыш. Все-таки я его подловил. Ну что, друзья, прошли этот уровень. 13 смертей. Обалдеть. Ну, а что вы хотели? Пока привыкнешь к этому боссу. Пока адаптируешься. Так, а у нас тут... Суки-снайпер. Угу. Ну, я уже представляю, кто это будет. Название само за себя говорит, да? Какая-то снайперша. Так, тихо. Мы по крышам уже бегаем. Опачки. Обалдеть. Вот этого мне только здесь и не хватало. Всяких летающих чудиков. Пошла прочь. Опа. Сколько? Фига настрельнула. Ты видел, сколько здоровья осталось? Опа-на, винтовочка. Снайперская. Так, а как мне туда подняться наверх? Не понял. А. Вот сюда надо запрыгивать, да? Получается. Так, ну здесь... Да, наверх нам не подняться. Получается, надо вот на эти помостики прыгать. Так, левел ап. А где это здоровье? Не ори там. Ну, конечно, конечно. Упс. Так, где-то снайпер вдалеке. Нет, не попадаю. Давай по-другому сделаем. Да иди ты в пень, прилетел тут, а? А что случилось, друзья? Я не понял. Погоди-ка. Кто меня подбил? Причем так быстро? Так, где-то тут... Ага, вот он. Летающий чудик. Пока. Иди прочь. Так, снайп... Да что ж ты будешь делать-то? Да. Снайперская винтовка, короче, хороша. Очень большой дамаг. Так, минус. Я вижу, по-моему, вон там она стоит, да? Попал. И все, что ли? Так, нам нужно с тобой поднять хпшки, потому что у нас проблемы. О, так, тут и дробовик. Слушай, тут надо еще отпрыгивать. Опа, чуть не сгорел. Короче, эти летуны, да, когда мы их подбиваем, они летят именно в тебя. Так что нужно отпрыгивать. Что у нас тут? Ящик. Stage Collection, один из трех. Спасибо за чекпоинт. Не очень... Охо! Смотри, кто там стоит. И в кого? В меня? Так, погоди-ка. Так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Зашибись. Еще и упал. Лучше не придумаешь. Ладно. Будем еще аккуратнее.
Короче, нам нужно вот этого чудика, наверное, быстро уничтожить. Фига я его подставил под свой же этот снаряд. Так, отойди, отойди от меня. Граната, 3 штуки. Так, девочка. Я могу? Нет, не могу, ребят. Так, она сама ко мне придет сейчас, да? Пока. Вали тоже. Так, наверху калаш. Как бы добраться? По ящикам. Так, этот с монтировкой у нас тут. Все равно задели, а? Так, полная аптечка. А что у нас тут? Оу, снайперша, да? Так, погоди-ка, погоди-ка, мне это не нравится. Мне это не нравится все. Да хорош, сколько вас тут? Подбили. Так, снайперша, где она? Вот она. Отлично. Минус. Слушай, ну вот со снайперки их вообще замечательно сносить. Блин, чуть не упал. Так, подожди-ка, по-моему, здесь, да, вот он. Ну все, пока разобрались. Ага, еще один. Так, уходим. От греха подальше. Внизу, ага, с ключом. Пока. Так, не достаю. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Что происходит, блин? Фига я сгоряча тут всех разбомбил. Наверх нельзя. А куда же мне тогда идти? Так, я, видимо, упал. И мне нужно... Ага, все, врубился. Чекпоинт. Тактическая винтовка. Ой-ой-ой, опять этот с гранатометом. А, можно отпрыгивать. Все, я понял. Через снаряды, друзья мои, можно перепрыгивать. То есть они, если летят на тебя, от них можно увернуться. Фига мы тут камикадзе прыгаем. Мне почему-то в голову сейчас пришла игра, знаешь какая? Черный плащ. Помнишь, там такой же уровень был? Настройки, где надо было прыгать. Так, разобрались. Опа-на. А что это такое наверху, смотри. У меня такого не было. Перепрыгнем, наверное, да? Отлично. Я просто хочу взять и посмотреть, что это за новый вид гранат. Кластерная бомба? Хм. Чекпоинт. Так, погоди-ка. Блин, сейчас. Не-не-не-не-не-не, не надо, не надо. Ребята, я все прощу вам. Минус байкер. Так, дробаш. Аптечка фуловая. Так, опять чудик с гранатометом. Погоди-ка, секунду. Зачем так делать? Рэй, зачем ты так делаешь? Да, снайперша убила. Ладно, давай-ка мы, знаешь, что сделаем с тобой? Прогуляемся вот здесь, понизу. А, так тут просто ящик. 2 из 3. Окей, значит, тут у нас что? Где-то снайперша стоит. Так, сейчас будет заварушка. Так-так-так-так, ну. Давай-давай-давай-давай. Минус. Твою ж налево. Офигеть, камикадзе. Так, ну что, прогорай давай. Аптечка фуловая. Так, вот этого нужно уничтожить. Блин, я все время забываю, что она попадает. Опять разобрали меня. Блин, запарили они уже меня здесь. Убивают и убивают. На постой. Так, давай-ка вот с этим разберемся в первую очередь. Так, готовимся, сейчас будет переполох. Погнали, погнали, погнали. Окей.
Так, где тут у нас гонщик? Ну, вроде бы неплохо. Так, теперь с этим нужно разобраться. Да ну... Так, внизу снайперша. Так, возьмем с вами аптечку. Мимо. Так, где она там бомбит, а? Ё-моё, тут-то еще что? Зашибись. Одно хп всего лишь. Так, надо с ней разобраться. Пошла отсюда. Дай-ка я возьму, наверное, винтовку. Да ладно, все что ли? Мы дошли до босса. Вот он. Суки снайпер. Ну, давай проверим, что ты можешь. Так, она летает и стреляет. Окей. Ну-ка, если я буду так делать. Так, наверху там чудик стоит один. Пока, родной. Слушай, ну если она вот все, что сейчас делает, и будет продолжать, я думаю, мы с ней справимся легко. Где она? Вот. Так, стреляем и прыгаем. То есть мы можем с вами стрелять. Сам виноват. Можем по ней стрелять и подниматься выше. Или опускаться ниже, верно? Ничего сложного, абсолютно. Так, ладно. Давай еще разок. Блин, как же так-то? Тут надо успевать. Чуть-чуть передержал, все, она в тебя попадает. И что, она облетает? Ой, какого лешего? Ага, у нее еще, значит, гранатомет есть. Сам виноват, нафиг прыгнул-то. Да, оказывается, не все так просто. Ладно, давай аккуратно. Так, этого сейчас надо подбить. Так. Хорошо. Бочку взорвала. Давай, давай, поменьше слов, побольше дела. Присели. Так, сейчас будет. Нет, просто облетит. Да. Но спустя какое-то время она начнет у нас применять гранатомет. Окей. Так, с этим чудиком разберемся, чтобы он тут не мешался. Иди сюда. Не ори там. Окей. Так, пригнемся. Замечательно. Ну что, большую часть здоровья отняли? Во-во-во-во, началось самое интересное. Так, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Так, все. Продолжаем эпопею. Ага, погнала, погнала. Так, дай-ка вот так вот. Ну, да... Ах ты, зараза, что делает? Блин, это плохо, друзья мои. Мне нужна аптечка. Аптечка, отлично. Иди сюда. Повезло. Есть. Все, друзья мои. Долеталась наша птичка. Офигеть, 19 смертей у меня за этот уровень. А это еще кто? Аверсир. Фига там, чувак. Поехали. Будем смотреть, что у нас здесь. Снайпер. Окей, завалили. Винтовку почему-то не оставила мне. Опа-на.
Тихо. Завалили. Так, гранаты. Гранаты — это всегда хорошо. Иди ты в пень. Так, погоди-ка, погоди-ка. Мне нужно прыгать здесь, если хотим остаться в живых. Угощайся, мне не жалко. Опа! А с какого перепуга-то? Ё-моё, что тут происходит, а? Не попал. А так? Не понял я. Две гранаты, им пофиг? Хм. Там аптечка. А наверх мне не прыгнуть, да? Очень интересно, а как же мне тогда вот сюда попасть? Там две аптечки. Допетрил. Так, прыгаем сюда. Как всегда, ловушка. Ну давай, влази. Блин, не хочет. Ну что, пойдем тогда сами. На! Так, тут у нас аптечки и дробаш. Наверху тоже аптечка, но туда мне не прыгнуть. Ага. Ну-ка. Раз, два. Захилимся. Так, дай-ка я возьму дробовик, наверное, потому что это ерунда какая-то. Оу, тихо. Что такое? Зачем это? Никто не вышел. Не-не-не-не-не, не надо подходить. Ты посмотри, что творит, а? Так, сейчас я их подловлю. Должен подловить. Неплохо, да? Зачем я выглянул раньше времени? Ай, сам дурачок, а? Зачем так надо было делать? Ладно, сейчас переиграем с тобой по-другому все. Минус снайперша. Так, можем пойти поверху, да? Вначале разберемся с этим голодранцем. Ёлки-палки, тачки взрываются. Так, у нас проблемы со здоровьем. Давай, выглядывай. Дробовик, все дела. Шотган. Пошла прочь. Так, а этот у нас там. На. Упс, это проблема. Проблемы нету. Замечательно. Так, а ты что прыгаешь-то здесь? Эй, кузнечик, иди сюда. С ключом с таким. Бегает она. Так, надо с этим быренько разобраться. Давай, 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 стреляй. Угощайся. Еще разок. Броню сбили. Готов, парень. Ну что, давай прогуляемся с тобой, наверное, да? Идет, идет, идет. Красота, смотри какая. Просто в мясо. Такой крошево. Все. Закончились патрончики. Нифига не спрятали чемоданчик где. Чекпоинт. Ну что, давай взорвем, наверное, чудиков-то этих. Оу. Смотри-ка, что у нас тут внизу. Гранатомет. Блин, не попал. Другое дело. Так, сколько у нас там? 17 патронов. Тихо. Блин, я его не подбил, по-моему. Аптечка. Нифига они тут устроили вечерину. Ты прикинь? Ты видел? Смотри. Катаются. Сейчас мы их поджарим. Пока. Ну, с этим мы с тобой разберемся.
Так, погоди-ка, кто это там в меня стреляет? Давай посмотрим. Опа, это кто такой? Это что за чудик еще тут вылез мне, а? С установочкой с такой нехилой. Гранатомет. Ладно. Чекпоинт? Так, по-моему, что-то будет. Бесполезно прыгать. Пока. Блин, снайперша, ё-моё. Взорвал, да? Нифига. Слушай, а где... Сам виноват. Ладно. Давай немножко по-другому. Мне нравится, как нас из этой тачки выкидывают. Просто пинка под сраку. И гуляй, Вася. Где она там стоит, я не могу понять. Снайпер что-то это. Оу, тут еще и... Зашибись. Че, пора отправляться на тот свет, я так понимаю, да? Как я выжил, чудом просто. Так, аптечка. Блин, летающий засранец этот еще. Что-то тут как-то... Нет. Какого лешего тут происходит? Я вообще не понимаю. Я прыгал, прыгал, уворачивался, и все равно меня подбили. Снайперша, ты достала, я тебе серьезно говорю. Блин, этот начинает тут... Иди отсюда. Так, ну у нас фул хп там наверху, поэтому давай прыгнем. Заберем. Да, стрелок из меня еще тот. Где-то здесь у нас была снайперша, да? Вон она. Нихера себе. Ты видел, что делает бомба? Круто. Мне нравится. Так, аптечка. Ну, готовы. Докатались. Не надо, не надо, не надо. Я вас понял. Блин, пока ты пуколку зарядишь. Все. Внизу, да, стоит, гаденыш. Так, попробуем попроще. Чекпоинт. Совсем другое дело. Так, бочки. Погоди, секунду. Я понял, как надо было сделать. Эй, тихо, родульки. Что-то вас тут много. Фига не тут. Давай-ка так сделаем. Погоди-ка, лучше вот так. Сейчас барабаны раскрутим и прижучим их. Ага. Есть. Багги тут еще наяривает. Все. Нормуль. Так, еще кто-нибудь будет, нет? Главное, чтобы мне на голову не упало. Это бочка. Так, тихо, тихо, тихо. Вау, чуваки-то поехали кататься. Веселуху себе устроили. Давай взорвем их. Детонат. Шикарно. Калаш. Упс. Блин, пока там думал, соображал. Снайпер меня подбила. Все, кажись. Оу-оу-оу, тихо. Это кто такой? Здорово просто. Давай подхилимся. Вон он стоит, мы его подбили. Так, аптечка. Так, мы, наверное... Ой, не то сделал маленько. Вот так сейчас мы его подобьем. Давай-давай, наезжай. Пока. Так, аптечка есть.
Ага, тупик. Значит, наверх. Ну что, по ходу дела добрались мы с вами до босса. Версир. Так, он вообразил себя на колеснице, что ли? Смотри. Окей. Так, у нас тут, смотри-ка. Есть взрывчатка. Есть гранатомет. Так, а если мы будем его подлавливать? Ну. Вот он едет, да? Предположим. Да, именно таким образом мы его можем уничтожить. Не понял. Тут еще и левые тачки. Офигеть. Слушай, ну неплохо получается. Оу. Тут еще, оказывается, и подмога есть. Так, давай возьмем с тобой взрывчатку. Надеюсь, это нам на пользу пойдет. Ух, зачем же я так сделал? Я не знаю, друзья, стоит ли эти тачки вообще взрывать. Давай, отлично. Так, возьму-ка я гранатомет. Ну где этот? Вот он. Чуть не даванул, а? Плохо дело. Блин, этот чувак непредсказуемый. Еще больше машин, по-моему, стало, а? Зашибись. Попал, да? Эй-эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо. Они даже аптечку мне не дают. Зашибись. Попал все-таки, еще и стрельнул у меня на дорожку. Ну, не то, все не то. Блин. Почему он поехал не по верхней, а, дороге? Все, меня забомбили. Погнали. Ну давай, 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 сейчас получишь у меня. Отлично. Так, сейчас вылезет чудик. Ну где же? Пошел отсюда. А вот тут он мне оставил аптечку. Странно как-то. Ну, так это нам не нужно. Блин. Ладно, в спину сейчас попробуем. Промахнулся, кажись. Ну давай, где ты там? Я тебя жду, вот он. Пол хп отняли уже. Отлично. То, что нужно. Так, секунду, блин. Да хорош. Ждем. Ай-яй-яй. Блин. Спрыгнуть надо было же, а? Вот он. Ну что, последний разок, да? Готов, огурец. Вот так вот, ребята. Вот и весь босс. Кажется легко, но на самом деле не совсем. 11 смертей за этот уровень у меня. И мы переходим. Sony Rooster. Да? Кто же ты такой, Sony? Зашибись. Газ. Угу. Значит, тут. Опа, это еще. Кто такой огнеметчик? Нифига ты. Я ему вообще урона не наношу, ты прикинь? Только в спину. Зашибись. Да, с этой пукалкой я буду его тут разбирать до потери пульса. Так, ладно, добьем. Добьем сейчас его. Есть. Что он делает? Ага, взрывается. Винтовка. Давай, наверное, поднимем. Ну а как же без летунов, ё-моё, ну.
Без них ну просто никуда. Так, тихо, роднули. Опа, опа, опачки, а вот это плохо. Так, обстреливают меня со всех сторон. А где гранатометчик, а? Вот он. Нормуль. Наверху у нас... Ага. Тут еще и летуны. Блин, в огне стоял. Давай возьмем с тобой вот эти... Опа, тихо, тихо, не надо. Я не хочу поджариться раньше времени. Слушай, ну вот эта вот граната мне вообще нравится. Улетная штука. Не то немного сделал. Так. Сейчас мы его добьем. Оу. Неаккуратно я вылез. Готов. Чемоданчик. Один из трех. Ну и кто у нас тут? Наверху, да? Блин, опять этот огнеметчик. Как бы мне аптечку взять, а? Блин, надо раскрутить барабаны. Потом прыгнуть. Вот так вот. Своего зажарил, вот дурень. Так, попробуем. Слушай, какая-то ерунда получается. Чуть не зажарил, а, гаденыш? Блин, фигня какая-то получается. Поворачиваются в мою сторону. Смотри. А, нет. А если я его... Вот с этой стороны. Блин, он уже идет ко мне. Да ты запарил, серьезно? Давай вот так сделаем. Ну его нафиг. Чекпоинт, да? А вот теперь... Ладно, не будем, ребята, разбираться с ним. Готов. Лети отсюда, птичка. Так, девчуля. Блин. В принципе, неплохой, да, миниган. Но вот пока дождаться надо, чтобы он раскрутил эти барабаны. Ну давай, иди сюда. Готов. Так, взрывчатка. А, тут еще один прячется. Всех уничтожил. Так, наверху аптечки, а мне снайпер еще внизу. Блин. Твою ж налево, я все время забываю, что здесь бесполезно приседать. Так, секунду. Тут надо аккуратно и быстро. И где? Куда она делась-то? Тут чемоданчик где-то. Ага. Подобрали. Что-то я не понял. Вроде снайперша была. Куда-то исчезла. Так, чувак с монтировкой. Да иди ты в пене, а, урод. Ну и где ты? Вот он, бежит, бежит. Так, чувак просто уничтожает машины. Он и меня сейчас уничтожит. Че я тут сижу, а? Выжидаю, пока машина взорвется. Так, короче, смотри. Сейчас он стреляет, и мы его должны уничтожить. Пока, парень. Аптечка. Так, наверху у нас чемоданчик. Ну вот кто вас сюда звал, а, уроды? Блин, окружают. Пошел отсюда. Так, заберем, наверное, пулемет. Чекпоинт. Что-то мне это не нравится все. Что такое? Ё-моё, нифига себе!
Так, это нам нужно убегать? Эй-эй-эй-эй-эй, давай-давай-давай-давай. Чешем, чешем. Не обращаем внимания, так. Так, секунду. Что-то все тут гремит. А тачка-то за мной едет. Вау, сейчас еще задавит, да? Успеем, нет? Пока. И что случилось? А, это босс. Сони Рустер. Он с гитарой, что ли? Чудило. Ну, давай посмотрим. Так, это что такое летит? Ой-ой-ой. Да ну завязывай уже, а. Так, короче, пока он тут веселится, да, у нас. Ладно, давай бомбить. Готов. Ага, вот еще как. Теперь он будет за мной бегать. Сматываемся. Перепрыгивай. Опс. Нельзя так делать. Я понял. Так, подожди к секунду. Сейчас мы его будем... Да отвали ты, псих, а. Будем ловить его на взрывчатку. Давай, прыгай. Ха-ха, понравилось тебе? Гитарист чертов, а. Какая-то опасность там, говорят. Что за опасность? Пока не знаю. Ну? Все? Хе-хе-хе. Подожди, а у него здоровье-то вылез. Нифига ты, парень. Это что такое? Это что за резиновое чучело? Так, погоди секунду. Ага, вот он что делал. Он прыгает теперь. Резиновое пугало. Блин. Зашибись. Я ты, чувак, даешь. Блин, а как быть? Он мне просто не дает шанса даже. Спрыгивает. Зашибись. Подбил, гаденыш, а. Будем тогда экономно с вами играть. Понеслась. Постреляем пока с пистолетика. Патрончики с вами прибережем. Пока он тут катается, нам ничего не страшно. Ну давай, давай, давай. Хорош там уже веселиться. Так, сейчас, сейчас он упадет. Отлично. Так, ну что, бегаем. Бегаем от него. Две аптечки пускай пока там лежат. Я их брать не буду. Возьмем, когда он станет уже этим расплавленным. Отлично. Пока все удачно у нас идет. В этой форме он спрыгивать не может. Ему нужно обязательно вот так вот спускаться. А если он будет уже расплавленный, он уже сможет спускаться так же, как и я. Тихо. Давай, 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 иди сюда. Пока, парень. И так вот по кругу сейчас будем его бомбить. А вот теперь проблема. Я экономил патроны на винтовке. Так, поехали. Так, по-моему, попал, да? Так, аптечки пригодятся мне еще. Да господи, как же он прыгает далеко, а? Вот что он делает, видишь? Ох, ё-моё. Наступил на огонек. Ну, давай, сейчас взорвем его. Нет, не получается.
Не хочет он вставать на мою, так сказать, мину. Ну спрыгни ты сюда, а. Ни в какую. Вот это было плохо. Давай иди сюда. Отлично. Отлично, так. Он не останавливается, он будет так прыгать, прыгать и прыгать. Ох. Твою же налево, а. Так, аптечка мне нужна. Ну иди сюда, кусок говна расплавленного. Твою налево, блин, опять фейл что ли, а? Осталось совсем чуть-чуть у него здоровья. Ну, прыгай. Да, походу дела опять проиграл. Нет, успел. Успел все-таки его подбить. Распластался здесь. Да, друзья мои. Босик еще тот. Смотри, какой симпатяга, а. Всего 3 смерти было. Рингарот Рейдж. Нифига ты. Ханурик там. Ну что, друзья мои, погнали. Правильно, так их. Ага. Тебя-то сюда кто звал, блин, а? Летающий ты пугало. Не успел начать играть, уже здоровья нету. Зашибись. Воу. Чудило, вали отсюда. Аптечка. Да иди ты. Вот туда вниз и катись. Так, 2 аптечки. Так, она будет прыгать ко мне сюда? Не хочет, а? Смотри, какая, а, стерва. Получи. И еще разок. Так, сейчас мы разберемся. Сейчас все будет тип-топ. Так, минус 2, и остаются байкеры. Так, девчули. Что это мы там взяли? Оу, гранатомет, друзья мои. Так, а как мне выбраться-то? Ага. Через люк надо было. В хлам. Иди ты. Стоит он, уже поджидает меня, да? Слушай, а внизу, смотри, гранатометчик я вижу там. Не буду я их трогать, наверное. Хотя... Подожди-ка, давай я так сделаем. Ё-моё, эй! Так, здесь у нас бомбочки. Солидные, которые мне нравятся. Ну что, пойдем веселиться? А это что у нас тут? Блин. Ну как же без огня? Без огня, как говорится, никуда. Слушай, по-моему, здесь что-то будет, да? Что там орет какой-то... Ох, снайпер еще. Не понял. Зашибись. Давай, пинка мне. Для скорости. Погнали. Так, секунду. Минус. Пошел сюда. Ну, естественно, летуны. Все равно задел, да? Так, бочки. Попал, да, вроде бы? Ошметки полетели. Да кто ж там орет-то так, как ненормальный, а? А внизу-то что творится, смотри. Так, давай-ка аккуратненько. Так, тут у нас гонщики. Ну давай попробуем с ними разобраться. Опа-на, офигеть. Этот чудило меня достает, видит. Блин. Чтоб тебя. Так, надо вот так сделать. И еще разок. Для профилактики. Аптечка. Так, смотри, у нас гранатомет наверху. Да? Пошел отсюда. Давай-ка я возьму его и попробуем разобраться с гонщиками. Где они у нас тут? Вот он.
Один. Ага, вон и второй. Хотя, зачем они мне нужны? Тут все равно ничего хорошего нету. Так, ладно, валим отсюда. Так, давай, наверное, возьмем с тобой вот эту пукалку. Пукалка. Чекпоинт. Так, бочки. Оу, а наверху чувак с чемоданчиком. Нифига, смотри, что наверху. Своих же убил, чудик-то. Смотри, какая установка наверху. Блин, я хочу ее. Не убежал. Давай возьмем с тобой. Теперь я хочу наверх подняться. А как это сделать? Так, прыгать надо. Главное, не упасть бы еще. Так, тут у нас аптечка фуловая. Да иди ты в пень. Ай, совсем забыл про это. Так, надо хильнуться. Раз такое дело. Я просто хочу сбегать за тем оружием, которое там лежало. Ну и посмотреть, что оно из себя представляет. Фига, ты посмотри, какая штуковина. Рокет лаунчер. Нифига себе. Ну, прыгаю я вроде бы нормуль. Я думал, что буду плохо прыгать, но все хорошо. Так, так, давай проверим, где они. Ядрить, колотить. Блин, а вот тут вот, наверное, плохо, да? Он хоть урон получает или нет? Огнеметчик-то этот. Или, как всегда, в спину надо бомбить. Ну иди сюда, блин. Вот распрыгался, а. Так, аптечка выпала. Попробуем так. Ну да, со спины. Со спины его уничтожаешь, этого огнеметчика. Причем довольно неплохо. Так, у нас еще два снаряда есть. Опа-на. Знакомые все лица там вдалеке у нас. Так, его нужно убрать. Козырно. Так, фул хп у нас. Ага, еще. Не понял, что там получилось. Да ё-моё, блин. Так, огнемет наверху. Так, два из трех мы с вами подобрали ящиков. Мне кажется, его бесполезно, наверное, огнем бомбить. Что я сделал? Чё? Он откидывает мои гранаты? Ну ты даешь, парень. Блин, фигня получается какая-то. А есть другое оружие где-нибудь? Так, во-первых, аптечку подберем. Да, винтовка лежит. Давай лучше с ней побегаем. Так, задача номер один. Уничтожить этого чудика. Ну? Понятно. Сам себе навредил. Готов, охламон. Так, секунду. Прогорит земля и перепрыгиваем. Чекпоинт. А внизу меня уже ждут, да? Я смотрю. Ай, как ты долго перезаряжаешь эту винтовку. Я не могу, да, здесь вниз? Понятно. Пошли прочь. Ух, тихо, снайпер. Вот это плохо. Где она там сидит, а? Снайперша это. Так, ты-то кто еще, а? Понял. Так, надо быстренько. Слушай, я до нее не достаю. А сейчас? Все, нет? Нифига! Блин. Вон она. Пока.
Опять прыжки, а? Мы уже на крыше где-то с вами. Да ладно, неужели дошли до босса? Фига, он жирный какой. А что было-то, сейчас не понял. Что-то сзади взрыв произошел, меня сбросило. Опа-на. Что так много оружия лежит? Я, если честно, думал, что будет босс. А походу дела... Ау! В огне сгорел, друзья, в огне. Так, поехали. Так, сейчас будет летун. Да ё-моё, блин, вот все равно попадает, а? Все равно, а, попадает. Аптечки будут здесь или нет? Или я так и буду с двумя хпшками тут бегать? Откуда вы поднимаетесь-то, я не могу понять. Вроде не было, да? Откуда повылазили? Меня немножко вот этот чудик... Ага, вот он начал стрелять. Моя очередь. Так, сбиваем броню и уничтожаем его потом. Готов. А вот и аптечка. Ох, смотри, что я вижу. Рокет-лаунчер. Так, сейчас мы с тобой... Есть, подбили чудика этого. Слушай, ну тут дофига оружия, смотри. Гранатометы, ракетометы. Кого тут, что тут только нету. Давай-ка, наверное, сейчас вот так сделаем. Шикарно. Снайпер впереди, вот он прячется. Надо разобраться с ним. Замечательно. Ну. Так, возьмем с собой эту штуку. Снайперская ментовка. Две аптечки сверху. Иди ты. Так, один снаряд всего лишь остался у нас. Так, у нас гонщик внизу. А что случилось, я не понял. А, мины. Внизу, друзья, мины были. От дуралей, а. Ну, главное, что аптечка есть. Нифига тут оружие, ты смотри. На любой вкус и цвет. Ага. Тачка у него, конечно, крутая, да, фура? Смотри. Движки пыхтят там по полной программе. Ринго Роуд Рейдж. Что ты делаешь? Так, я вижу, у него какая-то установка. Нужно стрелять по ней. Тачки летят всякие. Видимо, он сбивает на своей фуре их. Так, подожди-ка. Смотри-ка. Какие-то, ребята, ракеты полетели. Воу-воу-воу. И это все в меня летит. Так. Слушай, мне не нравится эта снайперка. Ей очень тяжело попадать. Давай что-нибудь попрактичнее. Смотри, опять ракеты вылетели. Угу. Короче, мы по этой пушке бомбим, ребята. Здоровье уменьшается. Так, делает выстрел. Мы продолжаем. Фига он сбивает там машины. Погнали. Так, секунду, секунду. Делает выстрел. Есть что-нибудь тут еще хорошее такое? О! Сейчас, блин, попал все-таки, а.
Ох, ядрёна вошь. Блин, короче, тут нам... Извиняюсь, ребята, отвлекли меня. Так. Давай, блин. Почему она целится куда попадя? Ведь я внизу стою. Она куда-то наверх поднялась. Зачем это все делается, не пойму. Так, ну что, давай, поехали. Блин, патроны кончились. Так, нам надо сходить еще за пушкой. Так, может быть, вот так вот сделаем сейчас. 2 хп всего лишь осталось. Фига там ракеты летят. Ну, опускай пушку. Ну давай, давай, я жду. Так, снесли. Ага. Что он там орет? Он ничего не делает абсолютно, прикинь. Ну-ка, если я вот так вот возьму. Так, ракеты вон там, вдалеке. Так, подожди, аккуратненько. Ага. Ну, ты будешь вылазить из тачки, а? Упырь. Или это весь босс так? Ага. Выкурили его. Берет бензопилу и что? И просто за мной бежит? И все? Да ладно. Ага, ускоряется. Так, дай-ка я возьму вот эту штуку. Слушай, ну это легко и просто. Ай, на пилу поймал меня. Повторение, мать учения. Ну, по крайней мере, я знаю, что теперь нужно делать. Первая наша задача — это снести ему вот эту вот пушку. Сейчас мы... Тихо. Зашибись, он меня подловил, а? Так, сейчас мы... Ну давай, да, стреляй. Отлично. Так, сколько еще? 3 заряда. Ну будешь ломаться? Все, снесли. Так, по нему сбегаем за пушкой. Будем пробивать броню. Тихо, не надо. Твою же налево. Поймали меня. Так, сейчас будет стрелять еще этот чудик-то. Так, ракеты летят. Понятно. Давай. Так. Сейчас будет стрелять. Друзья мои. Ай. Блин. Ну. Отлично. Так, ну теперь будем от него убегать. Опять у меня проблемы со здоровьем. Всего 1 хп. Поехали. Главное не упасть на пилу. Опа-на. Мимо. Так, ага, толстячок. Допрыгнуть не можешь, еще одышка его там мучает. Не тут-то было, родной. Ну, давай. Ать. Ничего не меняется, по-моему, да? Никакого ускорения у него нету. Готов, охламон. Ну, на самом деле, не такой сложный босс, да? Ну что, друзья мои, мы с вами прошли 3-й эпизод этой игры. И будем закругляться, обязательно увидимся в следующей серии. А с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.